Вітаю в ефірі студія «Репортер». Для вас працюватиму я, Костянтин Гречаний. Сьогодні будемо говорити про зустріч у Берліні радників, лідерів країн Нормандської четвірки. Власне, чого нам, українцям, очікувати від цієї зустрічі? Чи можливе повноцінне відновлення нормандського формату? У нас в студії гості політологи, експерти Михайло Кацин та Михайло Шабанов. Вітаю вас, шановні. Добрий день. Давайте почнемо от з того, взагалі, чи потрібен нам нормандський формат, да? І от та зустріч, яка, я думаю, в ці години ще триває, або от фактично вже тільки-тільки завершилась, принаймні ще інформації остаточної немає, чим саме, ну, в будь-якому випадку нам скажуть тільки якісь там офіційні меседжі, за якими там багато сенсу не буде, да? Чого нам очікувати від цього? То... Константин, так, Михайло. Спасибо за вопрос, от давай... Посмотрим. Любой процесс всегда имеет некое целеполагание. Какое целеполагание нормандского формата? Реинтегрировать обратно украинский Крым в Украину, который оккупировала, аннексировала Российская Федерация в 2014 году. Вот это вот цель. Да? Дальше мы смотрим на некий инструментарий. В течение последних 8 лет существует этот нормандский формат. Очевидно, что нормандский формат не в состоянии привести нашу страну к возвращению оккупированного Крыма. Почему? Потому что Россия никогда не пойдет на то, чтобы отдать обратно Украине Крым. Российский президент, который на это пойдет, он тут же будет сметен народным гневом в России. Точно так же, как любой украинский президент, который публично откажется от возвращения оккупированного Крыма. Вот это патовая ситуация. И ни один нормандский формат не в состоянии ее решить, равно как ни одна крымская платформа. Это у нас вдано. Мы можем, естественно, развивать эту тему. И правильно делаем, поскольку необходимо пиаровски раскачивать эту тему, поднимать ставки, вынуждать Россию идти на уступки в других вопросах. В частности, по вопросу реинтеграции временно оккупированных территорий, отдельных районов Луганской и Донецкой области. Вот это мы можем сделать теоретически. Не сразу, но опять же с уходом Владимира Путина от власти, Украина сможет реинтегрировать эти территории. Понятно, что реинтегрировать эти территории можно по-разному. Мы, наверное, об этом будем еще говорить. Можно их реинтегрировать, исходя из Минской конструкции, а можно их интегрировать, исходя из той конструкции, которая будет не навязана Украине, а которая будет разработана Украиной и согласована с нашими партнерами, и на которую пойдет Российская Федерация. Россия — это тоже очень важный фактор. Поэтому подытожу. Нормандские форматы, встречи в нормандском формате необходимы. Точно Украина не должна быть той страной, которая выйдет из нормандского формата. Наоборот, мы должны развивать этот нормандский формат, привязывая внимание наших союзников к конкретному решению украинского вопроса. Но при этом нужно четко осознавать, что, к сожалению, в ближайшее время не удастся вернуть обратно оккупированный, аннексированный Российской Федерацией украинский Крым. Михаил, ваша думка? Ну, я абсолютно соглашусь, что без изменения политического режима, его либерализации, либо абсолютного переформата в Российской Федерации невозможно говорить о возврате Крыма. Да? То есть это достаточно сложно и практически невозможно, особенно в условиях, когда государство-агрессор может, скажем так, по щелчку заблокировать абсолютно акватории Черного и Азовского моря, например, в контексте учений. Да, то есть это достаточно сложно. Мы видим с вами, что плюс ко всему Российская Федерация мало поддается на дипломатические уговоры и более того навязывает правила игры Европейскому Союзу в целом. Да? Ну и давайте отделять действительно интересы стран, которые входят в Европейский Союз, и, собственно, общеевропейских институций. И здесь мы должны с вами понять, что государство, которое участвует в нормандском формате, это государство, где очень мощное российское лобби. Соответственно, да, то есть оно никуда не девается, оно остается, по сути. Более того, лобби на уровне, соответственно, президента Макрона, например, который, ну, практически не скрывает своих, скажем так, приоритетов во взаимодействии с Россией, да, то есть посещает вначале Россию, да, затем Украину, соответственно, при этом хочет выступать миротворцем в этом процессе. Я придерживаюсь такого мнения, что действительно нормандский формат, да, он был необходим, да, и Минские соглашения были необходимы, дабы приостановить огонь, да, и согласовать определенные, скажем так, ценности и приоритеты сторон, но на сегодняшний день он требует введения новых участников.
Более того, я думаю, что таким участником может быть страна из, скажем так, условного англосаксонского треугольника. В частности, это может быть Великобритания. Да? А что, походите на це российская федерация? Россия, вот, вы знаете... Вы уже хочет там бачить. Безусловно, либо Великобритания, либо Соединенные Штаты. И, конечно же, Россия не хочет этого. Конечно же, России проще взаимодействовать уже с традиционными, скажем так, своими, ну, партнерами. Как а это... Тоді як це можна реалізувати, якщо одна, власне, з сторін переговорного процесу цього не хоче? Ви знаєте, принудить постепенно нам это пока не удается, но мы ищем пути. На самом деле, Кримская платформа, привлечение, абсолютно соглашусь с коллегой, привлечение внимания к проблеме уже сегодня, судя по посещениям Киева, да, европейские страны заинтересованы действительно в сохранении безопасности и в общем, собственно, фоне безопасности для себя. И многие из них осознают, да, вот на уровне господина Рютте, например, что война в Украине – это потенциально последний форпост, да, вот для потенциального вторжения далее со стороны стран-агрессоров. Более того, я напомню вот абсолютно вот недавнее событие – задержание условно представителя Республики Беларусь, якобы с определенными намерениями в Киеве, соответственно. То есть мы с вами видим, что из совершенно... ну, скажем так, неожиданные для нас ранее стороны, нас пытаются дестабилизировать абсолютно, да, то есть с утратой субъектности Республики Беларусь, да, в ходе известных событий, соответственно, и с этой стороны Российская Федерация пытается дестабилизировать ситуацию. Мы про сценарий дестабилизации сегодня обов'язково еще поговорим. Питання, давайте, от Мінські угоди, мы зачепили трохи цю тему, є формула Штайнмайера імплементації цих угод, яка фактично суперечить базовому пункту, на якому наполягає Росія, і який категорично відмовляється виконувати Україна, це, власне, спочатку вибори, а потім контроль над кордоном. Да? Тому що формула Штайнмайера передбачає, що вибори мають відбуватися тільки за встановлювати, їхній результат має визнати ОБСЄ, там є чіткі критерії, згідно з якими вибори мають відбуватися тільки згідно із чинним законодавством, а власне виконання чинного законодавства на цих територіях може власне тільки українські силові структури, владні інститути можуть проконтролювати цей процес. Тобто, ну, фактично, вибори неможливі, ОБСЄ не може визнати вибори в тому випадку, якщо там не буде контролю з боку української влади. То чи варто власне наполягати на реалізації формули Штайнмайера? Михайло? Константин, первое, что я хотел бы сказать, это то, что за последний год мы имеем дело с уникальным явлением. Это пиар, фейковая эскалация агрессии, пиар, фейковая война, в которой участвует очень много сторон. Да? То есть, и мы уже имеем рецепт того, как она происходит. Итак, вот в основе любой пропаганды всегда лежит правдивый тезис. Какой правдивый тезис? Россия оккупировала и аннексировала украинский Крым. С этим абсолютно никто не спорит. Это все признают, что Россия нарушила нормы международного украинского права, вторглась на территорию Украины и оккупировала часть нашей территории. Дальше. Как только у нас есть, в украинском замечательное слово, доконанный факт, то есть абсолютно доказанный факт, дальше можно выстраивать пропагандистскую конструкцию. И мы видим, как Запад, Россия, подыгрывая друг другу, выстраивают некую пропагандистскую конструкцию о том, что вот-вот уже завтра война. Открываем заголовки ведущих СМИ, где уже подсчитывают количество потенциальных погибших, количество потенциальных жертв этой войны, количество потенциальных беженцев из Украины. И вот карта, мне, карта это, мне, публикуется. Мне эта ситуация напоминает подпоручика Киже, который в известном романе, абсолютно несуществующий персонаж, продвигался по службе в рамках канцелярийских бумагах, потому что штабные работники боялись сказать императору, что такого подпоручика не существует. И его постепенно возводили в новое звание, он рос в табеле о рангах и так далее. Да? Пока в один прекрасный момент он не умер там, где, собственно, родился, то есть вот в рамках канцелярии. Почему я это говорю? То есть полковник Киже, подпоручик Киже, в данном случае это вот некий пиар уровня вот этого противостояния. Вот заметь, на протяжении
полугода у нас постепенно рос пиар-уровень этого противостояния. Он пробил традиционный потолок, что уже все стали говорить не просто о российском вторжении, а уже приводить количество потенциальных жертв. И дальше, что мы видим, уже постепенно риторика у всех сторон, она снижается. Да? Очевидно, что дальше мы будем видеть уже новую ударную возгонку вот этого пиара вокруг потенциальных военных действий. Другой вопрос, какого уровня на этот раз достигнет пиар? Ведь если будут повторены те же заголовки западных СМИ, уже будет не смешно, да, поскольку уже люди, это как волки-волки, уже люди привыкнут к этому, выработается определенный иммунитет. Значит, нужно придумать что-то новое, чтобы действительно ситуация звучала более угрожающе, нежели она звучала сейчас. Я абсолютно согласен с президентом Зеленским Владимиром Александровичем, который неоднократно призывает Запад, наших коллег, союзников, друзей, успокоиться и не повышать вот эти вот пиар-ставки. Я понимаю, это уже от себя говорю, а не от Владимира Александровича. Я лично понимаю, почему, вот что делают там западные лидеры. Безусловно, каждому из них нужен успешный пиар-кейс, миротворца, героя, который завершит вот это противостояние, накал противостояния. Посмотри, встреча Путина и Макрона. На следующий день появляется заголовок Financial Times. В скором времени Россия отведет войска из Беларуси. Что происходит? Песков тут же дезавуирует вот это вот, ну, вот сообщение Financial Times, говоря о том, что никаких договоренностей с Францией на этот счет нет. Россия, возможно, отведет просто потому, что закончится учение. А может, и не отведет. О чем это говорит? Что если бы, условно, да, Песков подтвердил опубликованный заголовок Financial Times, это бы означало прямую поддержку Макрона со стороны России. Да, для французского избирателя это не самый главный вопрос, ситуация с Украиной. Но все равно, если бы Макрон предстал неким спасителем, миротворцем, победителем, это дало бы ему дополнительных баллов. Вот за вот эти дополнительные баллы, за этот дополнительный капитал борется Макрон, который выходит на президентские выборы, борется Джонсон, который сейчас испытывает проблемы с законом у себя в стране Великобритании, и борется президент Байден, которому скоро предстоит бороться за позиции своей партии в Конгрессе. Ну, у Франции все-таки більш такий проросійський електорат в політичному розрізі підтримує зазвичай ультраправі, ультраправі партії. Макрон все-таки на іншій риториці приходив, тому підтримка Росії скоріше йому не об этом идет речь, не о поддержке России. Речь идет о том, что Макрон условно как спаситель мира, да, он приезжает и говорит, я принес Европе мир. Угу. Речь не идет о России и о репутации России во Франции. Речь идет о том, что Макрон берет на себя политическое лидерство и спасает ситуацию на континенте, вытягивает ситуацию. Это значит, отводит угрозу от Украины, соседями которой являются страны, члены Европейского Союза. Поэтому здесь речь идет не о России, речь идет о спасении Европы, Франции, которая наряду с Германией считается таким форпостом вообще интеграционного проекта. Повертаючись все-таки до формули Штайнмайера, Михайло, ваша думка, чи варто нам наполягати, зважаючи на те, що там все-таки чітко виписано теза, на якій наполягає Україна, да, в контексті от розвитку событий, подій деескалації конфлікту на Донбасі? Ви знаєте, я прекрасно розумію, що без одного дуже важного моменту невозможна реалізація всіх вот подобних планів. Да, це, в частності, контроль над Україно-російською границею. Якщо цього контролю немає, то мы с вами фактически отдаем квази вот этим вот государственным образованием и РФ окно возможностей для манипулирования процессом абсолютно. То есть в этом смысле, конечно же, я против ряда моментов. Прежде всего, это выборы без контроля над, собственно говоря, границей. Вот этот момент очень принципиальный для нас на сегодняшний день. И я понимаю, почему РФ никогда не согласиться на подобные вещи. Потому что это утрата контроля над марионеточными политическими режимами, скажем так, ЛНР, ДНР и так далее.
Тут питання в чому? Звісно, що Російська Федерація не погодиться. Я кажу про інше, що формула Штайнмайера, вона вже визнана, так? Як така, яка, на яку згодна Франція та Німеччина. Правильно? І, в принципі, вони не проти її реалізації на практиці. І от, власне, тиснути на той момент, на наших західних партнерів, так би мовити, да? Що от є формула, ми наполягаємо саме на от такій її реалізації, так? А вже у формулі прописано те, що згідно із критеріями ОБСЄ ми маємо контролювати процес виборів. Ну, вы знаете, опять же, как вы представляете давление на наших западных партнеров? То есть это достаточно сложно. Таким чином, саме як вони тиснуть на нас. Ну, ви ж це підписали, ви ж самі це запропонували. Ми на це згодні. Тільки в тому формулюванні, в якому воно записано саме от тоді було. Вы знаете, реализация этого процесса оттягивается прежде всего нашими западными партнерами, которые даже вот выборы в ФРГ они абсолютно не повлияли на видение этого процесса, соответственно, со стороны вот двух ведущих государств и флагманов Евросоюза. Поэтому я считаю, что мы, конечно же, можем декларативно попытаться свои месседжи, да, вот, скажем так, продвинуть, но это вряд ли у нас получится. Особенно в контексте того, что с нами очень часто говорят, да, но не согласовывают, собственно говоря, свои месседжи зачастую. Я хотел бы сказать непопулярную вещь. Вот, безусловно, вот я выступаю за то, чтобы Украина вернула контроль над временно оккупированными территориями отдельных районов Луганской и Донецкой области, которые оккупировала Российская Федерация. Но нужно действительно четко осознавать, что вернуть территории можно по-разному. Если мы возвращаем территории на условиях, которые выдвигает Российская Федерация, это означает просто подложить мину замедленного действия под украинским государственным суверенитетом. У нас уже был пример Крыма, который получил автономию. И, естественно, вот сам фактор автономии заложил некую основу для последующей оккупации и аннексии России украинского Крыма. Если вот эти отдельные районы получают, ну, в случае с Крымом, там хотя бы в начале 90-х была там вот некая логика автономизации Крыма. Но на каком основании вот эти отдельные районы будут иметь особое местное самоуправление? Это будет очень плохим сигналом для других территориальных громад нашего государства. Мы не должны этого допустить. Эти территории, они могут вполне развиваться в русле того процесса децентрализации, который запустил президент Порошенко и успешно продолжает президент Владимир Зеленский. Поэтому я думаю, что Украине, конечно, необходимо продолжать говорить на эту тему, но нужно правильно расставить приоритеты. Очевидно, что вопрос реинтеграции территории не удастся сразу решить. Это зависит от многих факторов, в том числе от пребывания Путина в власти. Но кто знал, что в 1989 году получится объединить вот ГДР с ФРГ? Да? Но вот так получилось. Пришел Горбачев, была внешняя конъюнктура, много разных факторов, которые поспособствовали этому процессу. Поэтому, или кто знал, что прибалтийские государства получат независимость? Поэтому... Ну, трохи все-таки інша ситуація була, тому що ГДР та ФРГ, там населення 100% хотіло жити в одній державі. Прибалтійські країни, вони чітко не бачили себе в СРСР. Там же на Донбасі йде повна політика на видавлення всього населення, яке лояльно до української влади. Константин, значить, во-первых, я думаю, що там населення, взагалі, любое населення завжди конформістськи настроєно. От чий флажок буде висіти, тому і буде підчинятися. Что касается ситуации там, нужно четко осознавать, что за это время на этих территориях сформировалась бандитская элита, да, вот на этих территориях Ордло сформировалась бандитская элита, которая заинтересована в том, чтобы сохранить статус-кво, чтобы территории Ордло, вот так называемые ЛНР-ДНР, эти бандитские образования, они существовали, потому что эти люди монетизируют положение этих так называемых образований в свою пользу. Точно так же, как в ГДР. Была коммунистическая элита, были правоохранительные органы, была целая каста людей на разных уровнях, которые не хотели объединяться с ФРГ. Там были разные настроения, и до сих пор разные настроения. Но, еще раз, вот должна быть соответствующая политическая конъюнктура. Вот ключевой тезис. Украине необходимо быть модной, современной и успешной. Почему все, вот посмотри, почему все постсоветские страны
адекватные, как прибалтийские, как Украина, как Грузия, побежали в сторону Запада, а не в сторону России. Потому что Запад — это модно, Запад — это круто, это технологии, это Apple, это Tesla, это крутые компании, это притягательно, Запад модный. Вот Украине нужно быть модной, чтобы эти территории вернулись в Украину в условиях, опять же, правильной внешней конъюнктуры, да, и освободились от вот этого тотального политического давления со стороны российского агрессора. Давайте перейдемо до теми візиту Макрона. Ми про це трошки вже казали протягом ефіру. Візиту Макрона, власне, до Путіна і зустрічі його потім з Володимиром Зеленським. От які основні підсумки? Що з того, що ми бачили у публічній площині, які ми можемо зробити висновки, Михайло? Ну, в плані мемов, це, звісно, вже знаменитий стол, розділяючий двох президентів Росії і Франції, відповідно. Действительно, я соглашусь с коллегой, что Макрон попытался выступить неким миротворцем и мостиком, да, вот как бы между Россией и Украиной. Более того, Макрон пообещал макрофинансовую помощь для Украины, что тоже является достаточно притягательным месседжем. Но я бы по этому поводу абсолютно не обольщался, потому что Франция в этом смысле играет абсолютно вот в свою игру. То есть ей поддержание некого баланса взаимоотношений с Россией в этом отношении важнее, да, чем решение, реальное решение конфликта на территории вот, Украины. Я вот единственное добавлю, когда мы говорим об этой помощи, которую оказала Франция, еще раз огромное спасибо нашим союзникам за финансовую помощь. Но вот мне это все напоминает, как, условно говоря, некий ритуал, церемония. Вот когда мы там ходим друг к другу в гости, но мы же не приходим с пустыми руками. Нужно принести торт, вино, конфеты, холодец, например, фаршированную рыбу. Глобально це, а глобально, ваші проблеми це не вирішує, наприклад. Да, а глобально это никак не решает нашу проблему, если каждую ночь наш сосед кидает на пол кирпичи либо гири и мешает нам спать. А то и разные вариации на эту тему. Точно так же и здесь. Естественно, каждая встреча с западным лидером, все коммюнике и пресс-релизы нашего офиса президента заканчиваются тем, что нам дали какую-то макрофинансовую помощь. И очень хорошо, что и дают. Иначе не было бы фактажа, чтобы хоть что-то написать в пресс-релизах. Потому что у нас все встречи, они, как правило, носят такой церемониальный, декларативный характер. Разве только с Турцией получилось подписать зону свободной торговли. По-разному можно к ней относиться, но я за любую торговую либерализацию, потому что это дополнительный плюс для наших потребителей, особенно учитывая потенциально очень интересный для Украины турецкий рынок. Все остальные переговоры, которые мы проводим с нашими западными коллегами, в основном это переговоры ни о чем, это церемонии, это вот просто хорошее времяпрепровождение. Ведь, понимаешь, вот если человек назначен на какую-то должность, ему необходимо чем-то себя занять. И президент любой страны в этом смысле не исключение. И также точно дипломатам необходимо себя занять, и экспертам, и журналистам. И все вот кормятся и танцуют вокруг вот этого вот стола и пытаются что-то вот для себя... Символичная интеракция, больше, да? Взаимодействие заради взаимодействия. Абсолютно, абсолютно. Взаимодействие, ты хорошо сформулировал, взаимодействие ради взаимодействия. Поэтому я бы не преувеличивал значение визита господина Макрона. Останнє питання, я попрошу достатньо стисло, тому що в нас не так багато часу. Дуже важлива ще одна актуальна тема. Наші нові старі союзники, але от актуалізація, скажімо так, комунікації з Великою Британією, з Польщею, а не з колективним ЄС, про що ми казали спочатку, а також з Анкарою. От які ми маємо перспективи разом із цими державами, достатньо могутніми в сучасному світі? Що це може дати для України? Будь ласка. Перспективи, дійсно, построїти флот, да? Тобто візит Бориса Джонсона – це не тільки підтвердження наших общих, скажімо так, чаяній по построєнню тріугольника Лондон, Варшава, Київ, но і це конкретні суми по будівництву, скажімо так, да, або обновленню українського воєнно-морського флоту, що дуже є важливим шагом, на мій взгляд, оскільки ми не обладаємо мощним флотом, понятное дело, здесь у нас є великі проблеми в случае потенціальної агресії. Звісно ж, це пролонгірований план, да, но він є, це стратегія. Плюс ко всьому, це дуже знаковий візит
А поскольку с 96 года до Киев премьер-министры Великобритании не посещали. Соответственно, плюс, конечно же, это своеобразная геополитическая игра Бориса Джонсона, который, конечно же, хочет нравиться своим избирателям, но при этом Брексит фактически развязывает Джонсону руки в Европе. Соответственно, он хочет выступать и миротворцем не из континентальной Европы. Здесь многие говорят о том, что мы отходим от США и переходим в более тесное сотрудничество с Великобританией. Это не совсем так, потому что Великобритания традиционно это непотопляемый авианосец Соединенных Штатов Америки. И сегодня англосаксонский треугольник, да, то есть это Австралия, это Великобритания, это США, очень перспективное, на мой взгляд, направление, особенно если учесть складывающуюся биполярную мировую мир-систему, где есть Китай, и нам за последнее время продемонстрировали, насколько Китай хочет взаимодействовать с РФ, на самом деле, как две, скажем так, недемократические страны. Да? Розглядає як альтернативу взаємодії там с, в певних моментах, як і з західним світом. Наш пріоритет здесь абсолютно это пріоритет англосаксонського треугольника, да, і англосакси для нас это стратегічні партнери в этом отношении. Конечно же, более перспективная, на мой взгляд, да, чем даже представители некоторые представители континентальной Европы, да, и в этом отношении, безусловно, визит Бориса Джонсона – это плюс, конечно же. Угу. Михайло, ваша думка. Абсолютно різні держави. Член ЄС Польща, так, Велика Британія, яка звідти вийшла, Туреччина, яка нібито, фактично азіатська країна, але яка хоче все-таки колись набути членства. Да, всі вони висловили от пряму вже підтримку України, не просто на словах. Да, і наскільки це є певні напрацювання? Наскільки от перспективна співпраця з ними? Знаєш, от за мене вже давно відповіли одесити, Ильф и Петров, да, в романе «12 стульев». Вот ситуация с Тройственным союзом, ось Лондон, Киев, Варшава, мне напоминает то, как вот Остап Бендер пытался презентовать для шахматистов концепцию новых васюков, да, вот new васюки. И вот он рисовал, да, он как-то обыгрывал красками, да, вот это вот сотрудничество, которое, точнее, вот тот статус, который приобретут васюки в новой вот этой вот конфигурации. Да. А поэтому только нужно чуть-чуть подождать и чуть-чуть поработать на это. Да. То же самое здесь. Нас постоянно кормят какими-то вот такими, на первый взгляд, вкусными конфетами, но если присмотреться, там есть упаковка, но там нет никакого содержания. Вот мы говорили в течение 2 недель о какой-то оси, там Лондон, Варшава, Киев. Никто, в принципе, не представляет, о чем идет речь. Там содержания как такового нет. Но зато все об этом говорят. Поговорили и забыли. Вот на сегодняшний день нету никакой концепции, нет никакого содержания, а вот под, оболочкой вот этого Тройственного союза. Можно по-разному называть там... Можно предлагать разные формулировки, разные какие-то пропагандистские клише, да? Но... И причина, чему он подписал, так, трохи смешно выглядает. Да, я с тобой согласен. Это действительно очень смешно смотрится, особенно когда ссылаются на отсутствие какого-то дипломата. Но еще раз, в моем понимании, идея Тройственного союза нужна была прежде всего руководству Великобритании с тем, чтобы потом внутри страны вот эту историю продать. Да? Я вот в завершении хотел сказать следующее, что у нас впереди парламентские выборы, да? И вот очень интересно, как ведут себя вот там разные политические силы вот у нас в стране. Да? Вот, например, я слышу, когда выходит представитель партии Европейской солидарности, и он говорит о том, что вот-вот завтра Россия совершит новый акт агрессии. При этом не понимая о том, что страну, куда вот-вот, в отношении которой вот-вот совершится новый акт агрессии, никто никогда не будет инвестировать деньги, а нам нужны инвестиции, нам нужны технологии. Ты в курсе, что один из лоукостеров отказался летать из, соответственно, если не ошибаюсь, Херсона и Харькова, да, полностью убрал рейсы,
Почему? Почему из Херсона, из Харькова? Харьков же недавно назвал президент в интервью Washington Post, говоря о том, что русский агрессор может, российский агрессор, подчеркиваю, может вторгнуться на территорию Харькова. Вот, пожалуйста, вот конкретный элемент. Да, вот Рай, не будем называть это лоукостера компанию, да, вот она не может, естественно, позволить подвергать, ну, опасности собственный там пассажирский флот и приняла решение временно сократить рейс. Да? Тем более с этой же компанией недавно был случай, когда белорусский авторитарный режим снял с самолета оппозиционера Романа Протасевича. То есть эти проблемы репутационной компании не нужны, она не хочет рисковать своим флотом. Вот а чему... Протасевич теперь еще и на компанию подает до суду. Вот к чему. Ну, Протасевич находится в Минске. Ну, зрозуміло, чому. А да. Он же страждает ведь компания, вот это яка пример, фактично вот просто выполнила умовы. Кость, вот это вот пример безответственности политиков, когда наши политики не понимают, что в погоне за быстрым пиар-капиталом они рискуют фактически страну отодвинуть от возможностей. Дальше. Я смотрю, там оппозиционная платформа «За жизнь». Да? Вот оппозиционная платформа «За жизнь». Ну, ее риторика понятна, да, я не приемлю этой риторики, потому что эта риторика, она очень напоминает пророссийскую риторику, да. Вот, на мой взгляд, это недопустимо в ситуации, когда Россия оккупировала и аннексировала часть украинской территории. А дальше, партия «Слуга народа» Давида Рахамия выходит, говорит о том, что нет, подождите, вот президент прав, никакой агрессии, нового витка агрессии не будет. А что мы слышим от отдельных представителей Европейского парламента, вы там вообще, ну, как бы нормальные, да? Вот это же написал в Твиттере отдельный европейский депутат. Ну вот мне неприемлема эта риторика. Я считаю, что при всей моей критике партии «Слуга народа» здесь господин Рахамия прав. Дальше. Я, например, вижу, выходит, если ты знаешь, что Максим Гольдорп, это лидер партии «Новый социализм», такой, который выступает за скандинавский тип развития экономики и за европейскую интеграцию. А вот он выступает с позиции такой, да, то есть похожий на партию «Слуга народа», но он больше выступает с позиции там украиноцентричности. Но я не вижу какого-то общего политического консенсуса для всех политических сил, которые бы вышли и сказали, необходимо укреплять обороноспособность Украины, укреплять суверенитет Украины, укреплять украинскую армию, но при этом не паниковать, чтобы действительно не отпугивать возможности от Украины. К сожалению, у нас в политике есть такое слово английское mature, да, то есть взрослые. К сожалению, у нас политики еще не доросли до той уровни взрослости, при которой уже чувство примата государства и государственных интересов становится превыше политической конъюнктуры. Ну, тому що у нас зовнішньо орієнтовані політичні сили, багато сам сказав, що ОПЗЖ орієнтована на Росію, Європейська солідарність на Євросоюз та на Сполучені Штати, і звісно, що в них, в принципі, не може бути спільної якоїсь державницької позиції через зовнішню орієнтацію, які б вони там зріли, як політики не були. Я вам щиро дякую, наші шановні експерти, Михайло Кацин, Михайло Шабанов, дякую, що знайшли час і прийшли до нас. Спасибо, Костя. Це була студія «Репортер». Для вас працював Костянтин Гречаний. Залишайтеся з нами.